Добрый день, меня зовут Фейченко Анжелика. В данном видеоролике я бы хотела продемонстрировать вам свой настольный комплекс по отработке артикуляционной гимнастики, в состав которого входит игровое поле, ряд творческих заданий, игровые фигурки, правила игры, набор карандашей, игровой кубик и сама коробка собственного производства. Каждый игрок как можно быстрее должен пройти от старта к финишу. Во время игрового процесса игроки выполняют артикуляционные упражнения вместе с творческими заданиями. Творческие задания могут быть, например, «нарисуй-ка», «прочитай-ка», «отгадай-ка», «физминутка» и «расскажи-ка». Возьмем, допустим, «прочитай-ка». Игрок должен четко сказать слово «цирк», произнеся конкретно букву «С». Тем самым он корректирует произношение данного звука. Также в правилах игры четко описаны артикуляционные упражнения для родителей. Вместе с описанием данных упражнений есть ряд видеофайлов, где я сама лично показываю и объясняю, как правильно показывать и выполнять данные упражнения. Большое спасибо за внимание! Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Фильченко Анжелика, я ученица 11 класса информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри. Представляю вам свою исследовательскую работу на тему. Настольный игровой комплекс по отработке артикуляционной гимнастики для постановки правильного произношения звуков в дошкольном возрасте. Формирование речи – это очень длительный и трудоемкий процесс. Ребенок часто неохотно выполняет упражнения, так называемую артикуляционную гимнастику, а сам процесс происходит в очень стесненных условиях и требует индивидуального подхода. По этой причине учителя-дефектологи перегружены работой, а стоимость их услуг очень высока. Разработка настольного игрового комплекса по отработке артикуляционной гимнастики должна упростить процесс формирования правильного произношения у детей дошкольного и младшешкольного возраста. Это является актуальностью моей работы. Цель работы заключается в использовании игровой практики для отработки артикуляционной гимнастики и коррекции произношения. Задачи представлены на слайде. Проект представляет собой настольную игру, предназначенную в помощь учителям-дефектологам. В процессе игры участники исправляют дефекты произношения, развивают речь и интеллектуальность способности с помощью творческих заданий. Игровое поле представляет собой арт-мультфильм «Простоквашино». Задача игроков – как можно быстрее добраться до финишной черты. Игровой процесс может происходить в двух форматах – индивидуальный, до 4 игроков. Каждый участник самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения и творческие задания, двигаясь по игровому полю от старта к финишу. Коллективный, до 4 команд. Игроки каждой команды по очереди выполняют артикуляционные упражнения и творческие задания. В качестве игровых персонажей взяты персонажи оригинального мультфильма «Дядя Федор», «Пес Шарик», «Почтальон Печкин» и «Кот Матроскин». Помимо игрового поля и игровых персонажей, в игре присутствует набор карт с заданиями. Карты разделены на несколько групп. «Нарисуй-ка», «Расскажи-ка», «Физминутка», «Отгадай-ка» и «Почитай-ка». Так игроки выполняют ход два задания – обязательную артикуляционную гимнастику и дополнительные задания в зависимости от выпавшим на игровом кубике цифры. Самой важной составляющей настольного комплекса, конечно же, является перечень упражнений артикуляционной гимнастики. Все упражнения входят в данный комплекс. Они были подобраны и одобрены практикующими логопедами-дефектологами с большим стажем работы и опытом. Все упражнения по просьбе логопедов-дефектологов носят общий характер и подобраны по принципу общего развития речевого аппарата и не направлены на исправление определенных дефектов. Коррекция произношения определенных звуков должно происходить по присмотром специалиста. В перечень вошли упражнения такие как «Дятел», «Змейка», «Бублик», «Заборчик» и многие другие. С подробным описанием упражнений вы можете ознакомиться на слайде. Для апробации настольно-игрового комплекса по отработке артикуляционной гимнастики для постановки правильного произношения звуков в дошкольном возрасте одна из настольных игр была передана логопеду специально коррекционного учреждения детского сада номер 2 города Нерюнгри «Веселый дельфин».
произведя оценку и апробацию данного комплекса, под руководством логопеда-дефектолога были доработаны упражнения артикуляционной гимнастики, а также записан ряд видеороликов с демонстрацией правильного выполнения упражнения. В общем итоге, после детального изучения комплекса и его использования на занятиях были получены положительные отзывы от логопеда-дефектолога. Набор был рекомендован на использование дома с целью развития общего произношения с помощью упражнений, представленных в игровом комплексе. В ходе исследовательской работы был разработан настольный игровой комплекс по отработке артикуляционной гимнастики для постановки правильного произношения звуков в дошкольном возрасте. Проект получил положительные отзывы на этапе апробации. В данный момент идет доработка настольного игрового комплекса и готовится его цифровая версия, работающая через стандартный браузер персонального компьютера. После выхода цифровой версии настольного комплекса и защиты прав интеллектуальной собственности команда разработчиков планирует начать поиск спонсоров для начала производства и реализации данного продукта на внутреннем рынке. Большое спасибо за внимание!